Привет! Хочу сказать, что я подготовил для тебя новое видео о том, как выбрать монетный подарок на Новый год себе в коллекцию или просто близким людям. Мое видео вышло на канале Виолити. Ссылку на полный ролик я дам в конце этого видео. Кстати, в видео будет розыгрыш денег. А сейчас коротко пробежимся, про что я там рассказывал. Конечно, не обошлось без двухунцовой монеты «Щедрый». Монета признана лучшей монетой 2016 года. Тираж всего 3000 штук. Кстати, я взял себе и несколько на продажу. Кто хотел бы себе, напишите мне в Viber или в Telegram по хорошей цене. Следующая монета. 1000 лет от начала правления киевского князя Ярослава Мудрого. Очень красивая монета. Вторая монета из серии «Княжа Украина». Патинированная и с позолотой. Оригинальный дизайн. Эта монета один из главных претендентов на лучшую монету года. Уверен, что монета будет дорожать, так как это будет целая серия. В 2020 году выйдет следующая монета из этой серии 1075 лет со времени правления княгини Ольги. У меня тоже есть одна на продажу. Конечно, я упомянул про монету «Год крысы» по восточному календарю. Как вы знаете, 2020 год – это год крысы. Это третья монета из этой серии. Накануне года крысы – это отличный подарок. Серия состоит из 12 монет, это полностью выпущенная серия. Можно собирать монеты в разные очень красивые футляры. Я рассказал про эти монеты и не только. Там будет много всего интересного, обязательно зайдите по ссылочке в описании и посмотрите. Про конкурс. 150, 200 и 500 гривен разыграют в этом видео, так что обязательно перейдите и напишите там комментарий. Если вы подписаны на мой канал, напишите это в комментариях под видео на Виолити, чтобы я увидел, как нас много. И до встречи в комментариях. Всем пока!